Всем привет! Пришло несколько посылок, давайте мы их распакуем и посмотрим. Большинство посылок тут, скорее всего, из GearBest. Итак, давайте смотреть, что же нам тут поприходило. Ага, вот это банки. Я рассказывал, что у меня проблемы с шеей, то есть те, кто подписаны на мой канал, знают об этом. И я заказал на AliExpress вот эту вот штуку, потому что часто, когда хожу на массажи, используется такая штука врачами. То есть это банки, как помните, в советское время были... банки, которые прогреваешь спичкой, прилепливаешь к телу, и за счет того, что тут нету кислорода, она втягивает тебя. Вот, а здесь просто втягивается вот принципом того, что отсасывается воздух, только я не знаю, как ее самому отщелкивать. То есть одел, накачал и потом отщелкнул. Что-то жестковато оно здесь отщелкивается. Ну давайте попробую маленькую баночку прилепить. Вот. И решил обзавестись такой штукой для себя. Ну, что-то это не присасывается. Маленькая. Вот, ну как-то я не пойму, почему-то она не от, ну, сама не отстегивается. То есть она, ты ее втянул, и ты должен как-то ее отстегивать. Вот это резиновая штука. Без нее он не всасывает. Странно вообще. Ага, вот, ее надо было плотнее вставить. Вот, и получается принцип того же, что и банка. Когда в этот момент, когда она вот эта присосана, да, эта баночка, сюда прибывает кровь. Это удобно для того, чтобы там на позвоночнике или там, где, в общем, где у вас травмировано место, если туда пустить кровь, добавить, то быстрее оно излечится, это место. Ну, как бы по логике вещей, то есть это там научно доказано и так далее. Вот с этой целью банки и ставятся. То есть туда приходит кровь, и это место лучше излечивается. Ну, я так понимаю, мне ставили банки и на шею ставили, то есть, и часто используется в медицине эта штука. Вот, получается, здесь 12 баночек должно быть разного размера, они все. Раз, два, три, даже больше, два по две штучки. Раз, два, вот такие. Давайте отодвинем и... Ну, вот, таких две, такого две размера. Это не такой размер, вот такой два размера. И таких два, таких два и таких два. То есть получается 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 баночек и пистолет, который их затягивает. Ну, буду пользоваться, это прикольная штука. Потом ходишь с синяками на шее, на спине, такой весь, как будто тебя мочил кто-то. Классная штука, я купил себе на AliExpress, не помню стоимость, будет ссылка в описании. Но штука прикольная, и я выбирал, долго искал, чтобы продавец был с положительными отзывами и с хорошим рейтингом, и чтобы недорогой. Есть там дороже, есть большее количество банок и так далее. Косяки по пластику здесь есть, вот косяк. Здесь на баночках, вот здесь где-то я на изгибах видел, ага, вот косячки, но они все аккуратно ножичком соберутся. Допустим, вот эта вот баночка, она вроде бы какая-то такая чистая, а вот эта вот как поцарапанная она чем-то, или, да, или там, ну, может они друг об друга бились и поцарапались, ну, вот такая вот поцарапана. Но в остальном все вроде работает, давайте еще раз попробую маленькую, потому что почему-то она не хотела ко мне присасываться. Ну да, то есть присасывается, но потом не отпускает. То есть маленькая не присасывается вообще.
не присасывается. Маленькая вообще, ну ладно. Вот, откладываем. Далее, давайте тоже крупное посмотрим. Вот присоски. Эти присоски, я их вскрывать не буду. Они уже были у нас в обзоре. Вакуумные присоски прикладываются. На кнопку нажимаешь один раз и все. И намертво они присобачиваются. И если отдирать, то они отдираются вместе с кафелем или местом, куда вы их прилепили. Потому что, ну, это я, конечно, шучу. Но они очень классные. И мой друг попросил ему еще. Я их покупал в прошлый раз для друга. И он попросил еще раз заказать именно эти, потому что ему еще куда-то их нужно прилепить. Они ему очень понравились, и поэтому мы их заказали. Есть у нас в начальных обзорах. Я постараюсь найти и добавить ссылку, если не забуду. Если забуду, напишите в комментариях, что я забыл, и я обязательно добавлю где-то сверху, либо в комментариях. Вот, откладываем. Далее, это тоже AliExpress покупалось. Далее, вот это вот несколько мелких вещей, вот такие вот. Мне интересно просто, здесь получается провод якобы, который позволит одновременно и заряжать, и слушать 3.5 выход для того, чтобы работали наушники. Давайте найдем телефон, протестируем. Итак, давайте попробуем. Подключил я уже наушники вот сюда. Вот, втыкаем в смарт и втыкаем. Я обычную зарядку взял, не буду я проверять quick charge, допустим, вот обычная зарядка через переходник micro USB, через переходник Type-C. Попробуем включить. Пошла зарядка, реально, ну телефон у меня заряжен, но сразу появился экран, что он заряжается. Ну, осталось послушать, работает ли звук. Реально звук работает, я, ну, как бы здесь громкость... Я надеюсь, было слышно. То есть звук реально работает, и работает зарядка. И вот этого вот такого вот переходника мне реально не хватало. Но сейчас я уже пользуюсь Bluetooth наушниками и дома. Дома я слушал вечером, если там кино посмотреть или еще что-нибудь. И пользовался Xiaomi-шными наушниками. Через переходник, который шел в комплекте с телефоном. Потом возникла такая ситуация, что телефон уже на 3000 мАч. И не всегда вспоминаешь его зарядить. И там остается вечером 10% заряда. Его якобы нужно ставить и на зарядку. Хочется посмотреть что-нибудь, послушать. И это было как бы проблематично. Поэтому я сейчас ставлю его на Powerbank, да, то есть вместе с Powerbank'ом держу и по Bluetooth наушникам слушаю. Ну и заказал вот такие на всякий случай переходники. Все работает, все отлично. 2 штучки я их взял, покупал на GearBest. Все отлично работает, ну могу советовать. Вот, ну надеюсь, они долго прослужат. Поехали дальше. Далее давайте посмотрим на вот эту резиночку. Это я еще одну купил. Зависит от того, какой цвет их упругость. То есть их распродали, поэтому оставалось там несколько штук. Это для там занятий спортом, да, там натягивать, подкачиваться, ноги качать и так далее. Вот, я покупал жене несколько для занятий. Вот, и оставался там, по-моему, один штук. И я решил взять еще. Потому что он, там была распродажа, какие-то копейки он стоил, потому что эта резинка отлично подойдет сыну на рогатку, когда он подрастет. Вот, ну, или еще где-нибудь пригодится по-любому. Далее, вот эти вот игрушечки я тоже увидел в распродаже, по-моему, это $1 или что-то такое. Это маленькая посудка, и у меня племянница там любит. Одна из племянниц любит, у нее там много всяких, граненый стакан даже есть. Любит такие вот штучки. Чашка такая какая-то, неважная. Бокал. Вот посуда получается, это, я так понимаю, салатница. Это миски, одна квадратная.
другая кругленькая. Есть бокал для мартини, то есть можно и мартини там будет пить. И ее куклам Барби. Это конфетница, я так понимаю, или как ее там, креманка. И вот это вот поднос в виде лепестка для хлеба. То есть вот такие вот, ну, прикольные вещи. Я думаю, ей понравится. Уверен, что ей понравится. Стоят они там сущие копейки. Поэтому я когда увидел, сразу про нее вспомнил. Про ее куклы, про ее домики. И заказал ей сразу. Дальше. Вот такая штука. Я недавно как бы все переходник Xiaomi купил, да, то есть, ну, сетевик Xiaomi. Я несколько уже купил, и у всех стараюсь менять вилки. И заодно решил заказать вилочку. Давайте посмотрим, что у нее внутри. Вот, заказал сетевик и сразу вилку на замену. Они у нас тоже продаются, тоже недорого стоят. Вот. Ну, все как и у нас. Вот такую мне недавно продали и сказали, что она сделана в Беларуси. Белого цвета. Точно, точь-точь-точь такая. Качество вроде неплохое. Запах такой... Немного есть запах резины. Но вроде все выглядит так неплохо и симпатично. Закрываем болтик, закрутим, потому что не сразу я буду менять. Далее давайте посмотрим цветные. Я не знаю, зачем сюда положили белые. Вот. Цветные 7-миллиметровые для клеевого пистолета. Я купил недавно клеевых пистолетов. Купил белых вот таких вот 10 штук. И взял цветных. На всякий случай, то есть бывают там игрушки цветные, нужно починить ребенку где-то. И поэтому взял цветных. Но зачем сюда положили две беленьких, ну, мне непонятно. Лучше положили три черненьких. Потому что получается два зеленых, два красных, два желтых, один синий, один черный. Лучше по два синих и черных положили, чем белых. Я-то пока, ну, как бы цветные заказываешь для того, чтобы они были цветные, а не для того, чтобы мне положили белые. В общем, это я купил на AliExpress. Ссылка будет в описании. Вот так они прислали. Тоже все хорошо. Вот. И последние две штучки. Это у нас с Gearbest. И это тоже с Gearbest. Вот это вот такая вот фенечка. Или не знаю, как назвать. Я так понимаю, тут такие вот две петельки. Ну, оно как-то на руку наматывается, насколько я помню. Вот, как-то, наверное, вот так. Продевается, наверное, вот так. И как-то вот так закрепляется. Вот. Ну, я не буду... Давайте вот так, наверное, все-таки. Вот. Вот такая вот фенечка. Трух у меня связан с подводным, с дайвингом. Канал про дайвинг есть, будет ссылка в описании. И вот такая вот фенечка ему в подарок, я купил ее. Так что, Рома, тебе привет. Передам. Ну и последнее сейчас сниму. Так. Кстати, на канале про дайвинг там очень интересные видосики, релаксирующие. То есть можно, допустим, если вы там где-то, можно их включить и просто на фоне, чтобы играла музычка. И, или там на мониторе запустить, чтобы там играла, ну, интересные моменты из жизни дайверов. То есть они там плавают, ныряют, все очень-очень-очень круто. Итак, сетевичок-боровичок. Сетевичок-боровичок с кнопочкой выключения. Такого у меня еще не было. У меня на обычной кнопке более длинный. И теперь у меня есть еще более коротенький такой вот сетевичок-боровичок. Макс 250 ватт. Все отлично. И вот сюда мы, наверное, и прикрутим нашу черную вот эту вот розетку. Вот. Ну, в принципе, тут как бы рассмотреть нечего. Тут все отлично, я уверен. Вот. Никаких косяков у Xiaomi. Xiaomi себе не позволяет в этом плане. Вот. Тут все как бы надежно и красиво сделано. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!